Qui? Son adversaire, il a 25 ans. Посмотрим, что этот молодой парень покажет в бою с французским. В бою такая же разница в росте была. 73 победы у Пинки. Лишь 11 поражений. 32 боя выиграл нокаутом. Совсем молодой парень, но взгляд видавшего виды воина. Фабио Пинка тоже очень серьезен. Я думаю, француза и уроженца Таиланда мы не перепутаем. Фабио Пинка. Уже встречали его в нашем бойцовском клубе. Пинка наносит хук слева. Локтем наносит удар Ситичай, но правила сегодняшнего боя запрещают удар локтем. Здорово Пинка опрокидывает тайца. Ну, сейчас начнется охота и ловля. Реактивные парни, просто взрывные, и получается у них все это. Лихо. Обратили внимание, как Ситичай сконтрил, продолжил движение и вот навернул на себя Пинку. Хорошая двоечка. Перепрыгивает через ногу Ситичай. Вот все амулеты послетали у Ситичая. Что за знак? Это добрый ли или еще какой? Ставит надежную защиту, и бой предвещает нам множество интересных моментов. Красивый момент. Конечно, здесь более успешен был Фабио Пинка, но как оценил эту ситуацию, как осмыслил и как принял решение уже в падении Ситичая, это, конечно, тоже здорово. Deuxième appui.
Второй раунд. Удается захватывать ногу Ситичая, но вот использовать это преимущество пока Пинка не может, почему-то не получается. Ну вот сейчас хорошее развитие было. Вот то, что и требовалось. Молодчина. Слаженная работа рук и ног, координированная. Логически вытекающее действие одно из другого, вот, чтобы все это было естественно. И это, конечно, здорово. И вот сейчас у Пенки получилось. Ну, на этот раз Пенка был начеку и скрутку исполнил и не дал возможности. Таиландскому боксеру сконтрить. Можно, конечно, можно боксировать и против таиландских боксеров. А после перерыва продолжится этот поединок. Мы увидим, чем он завершится. Четко работает Пинка. Очень достойно француз боксирует и, пожалуй, ни в чем не уступает сейчас Ситичаю. Любопытный момент. Ситичай на протяжении всего боя ни разу не исполнил четкой скрутки, и в клинче Фабио Пинка выглядит более по-таиландски. Очень часто он
ронял Сетичая, выполнял подсечки. Очень старательно работает Пинка. И физически он крепок. Довольно тяжелая работа, и так достойно боксирует с очень опасным и техничным тайским боксером. Il y a match nul, donc il y a un extra round. Un quatrième round supplémentaire pour départager les deux pour savoir lequel ira en finale. Extra round. Fabio Pinca, France. Черные с серебряным трусы. И Сетичай, Таиланд. Черные с золотыми гербами. Вот такие у него трусы. И в атаке Сетичай. Ну что же, Фабио, встречай. И встречает Фабио Пинка довольно успешно. Мне очень любопытно, почему Сетичай не работает в клинче, не использует свое традиционное преимущество. Мы не раз видели, как тайландские боксеры, ну, словно детей малых, швыряют своих накачанных европейских соперников. Работа в клинче коленом, но и публика ждет нечто иного. И судьи добавили раунд в надежде, что преимущество кого-либо будет явлено более... Может быть, оно ват было чуть-чуть почетче, но уж кто на этот момент. Победу присудили Сетичаю. Публике это не нравится, но судьи-профессионалы, им виднее.